Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 30 апреля 2023 года. Последний апрельский денечек. Завтра уже будет 1 мая. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. По информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Погода в Одессе ухудшилась. Два дня у нас был сильный шквальный ветер, штормовое предупреждение. Вот. Вчера ближе к вечеру ветер утих, вот. А с ночи начался дождь, и прогнозирую, что будет сегодня целый день. Покапывает. Такой не сильный, но идет. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. До встречи, всем пока.